Всем привет, дорогие друзья! Вот раньше по ИПРЕ, то есть по реабилитационной программе для незрячих, коротко так скажу, выдавали, например, Redmi 9 в Самаре. А теперь выдают другой аппарат. И я вам его хочу показать. И это Poco M5. На самом деле довольно мощное устройство из разряда бюджетных. Что здесь присутствует? Сначала, так сказать, по характеристикам внешнего значения. У нас сзади присутствуют камеры. Сколько мегапикселей, я не помню, потому что на самом деле сейчас для незрячих это не имеет большого значения с той точки зрения, что если вы не ведете YouTube-канал, то, в принципе, определить купюры или распознать какие-то документы вы всегда сможете. То есть минимальными значениями эта камера, в принципе, обладает. А тем более, что их тут всегда несколько. Здесь, наверное, штуки 4-3 точно есть. Даже не буду заморачиваться. Справа у нас стандартные идут регулировки громкости, и под ними кнопка выключения и включения экрана. Вот, значит, дальше сверху у нас тут, в принципе, вот так все устроено просто. С левого боку особо ничего нет. И, соответственно, снизу присутствует динамик один. Далее у нас в левую сторону, если мы движемся, это Type-C гнездо для зарядки, слава богу, Type-C, и, конечно же, микрофон. То есть, в принципе, все довольно узнаваемо. Ну, соответственно, вот разговорный динамик. В принципе, все неплохо выглядит, удобно. Заранее скажу, слышно все хорошо, прекрасно, разговаривать очень удобно. Вот. Телефон довольно крупный, диагональ, по-моему, 6... Вот мы уже услышали, как он нас разговаривает. Там 6 дюймов с копейками. То есть, конечно же, это уже лопата. Это если выражаться для тех, кто любит маленькие телефоны. Вот. И, в принципе, значит, здесь 64 гигабайта памяти, 4 оперативки, процессор Mediatek Helio G99. Вот, то есть, в принципе, работает он там максимально с частотой 2 ГГц. Мы его сейчас с вами разблокируем, а то он нас замучает своим прекрасным голосом, вот, чтобы вы видели все-таки экран, чтобы вот как-то было видно. Что хочу добавить? Значит, Poco Launcher здесь неудобный, поскольку я пользовался, вы видели в моих обзорах, аппарат Poco F3. Он, конечно, помощнее, но суть одна и та же. Ставите себе Microsoft Launcher. Если вам удобно, вы можете пользоваться стандартными специальными возможностями, а именно программой TalkBack, но я вам рекомендую немножко заморочиться, кому не лень, и поставить себе Joshua Screen Reader. Это все-таки удобнее, это намного быстрее работает. Там, конечно, вам придется немножечко все это настраивать как конструктор, пособирать все жесты, но это будет намного удобнее. Так, ну и давайте с вами попробуем, значит, что-то включить назад. Кнопка, для обзор, кнопка демонстрации звука. Открытый недавний. Конечно, всегда хочется стерео, но тут делаем акцент, что этот телефон бюджетный и как бы не обижаемся. Но звук, в принципе, довольно громкий. Я сейчас вот воспроизведу. Не знаю, какая песня попадет. Много кнопок. Наконец-то добрались. То есть звук довольно мягкий, он в принципе не раздражает, по крайней мере, на тихой громкости. Давайте попробуем, прибавим на всю. Показан регулятор громкости мультимедиа. Да, TalkBack немного заглушает нам. По мне немножко тиховатый, но плюс какой? Не хрипит. Потому что очень часто бывает так, что в принципе прибавишь... Сообщение. Прибавишь ты это дело на всю, а оно тебе еще и хрипит. Вот, в принципе, какие мои выводы? Я считаю, что этим телефоном будет удобно пользоваться и начинающим пользователям, а также тем, кто не требователен к характеристикам. То есть, понятно, если у вас раньше, например, был, опять же, упомяну, какой-нибудь Poco F3 или какой-нибудь там Samsung флагманского класса, конечно, вам он не совсем понравится, этот аппарат. Но здесь достаточно памяти, можно прослушивать книжки, можно прослушивать какие-то аудио, в принципе, смотреть фильмы, установив разные приложения. Так что для повседневных бытовых задач этот аппарат подходит, и я на самом деле очень рад, что он вписан в индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Спасибо самарским экспертам за это. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, те, кто не подписан.
Делитесь своим опытом использования данного смартфона, ставьте лайки и распространяйте это видео. Экран выключен. Особенно в Самаре. Вот видите, экран выключен, так что и мы с вами прощаемся.